Давай, Иванчос, давай, давай, сюда затаскивай внутрь, вот здесь можешь оставить. Ага, все привез, все, что я просил. Да, все на месте, как ты просил. Так, ну давайте взглянем, что он там перетарабанил. Ага, так, все, красный сет брони, красная куртка, красные ботинки, желтый сет брони, синий сет брони, две виллы и гаечный ключ. Я просил оружие какое-то привезти, зачем ты мне виллы и гаечный ключ принес? Ты бы мне еще зубочистку я не знаю, и вантус бы притарабанил. Ты как хочешь, чтобы я с виллами против Геннадия Петровича пошел? Че у бати на ферме нашел, то и принес. Ну ладно, хотя бы вот это. Не с голыми же руками. Так, ладно, все хорошо, все молодец. Давай топай к нам туда наверх, ко мне в квартиру на первом этаже. Там жди, я сейчас приду. Так, это вот сюда подальше. Ага. Опа, все замечательно. Так, сет брони у нас есть. Сейчас дождемся еще одного многоуважающего. Вот, кстати, она и бежит. Бабулька, сюда пройдите. Здорово, милок. Здорово, бабулька, принесла? Я тебе зелье притащила. Ну, давай выбрасывай. Ага, ага. Усыпляющее зелье. Мгновенно усыпляет любое живое существо на 20 минут. Спасибо, бабулька, это то, что мне было нужно. Ты у меня уже дважды в долгу. Ну, как бы да, мы с тобой еще за прошлый раз не рассчитались. Я все выполню, все, я знаю, я про это не забыл. Я от тебя не отстану, ты же знаешь. Я знаю, что ты кикимора пристающая, да я же тебе два раза сказал. Я знаю, что я у тебя в долгу, все отдам. Когда ты мне нужен будешь, я тебя позову. Ну что ты пристала, карга старая, ну я же сказал то, что хорошо. Все, давай, бабулька, у меня сейчас другие дела. Я приду и все вот это долг отдам. Все, давай, потопала отсюда. Давай, милок. Ага, все, давай, давай, давай. Так, зелье есть, ага, все есть. Так, сейчас главное мелкого дождаться и Степу дождаться. И вот тогда можно отправляться уже за поисками Геннадия Петровича. В предыдущей же серии мы его превратили, наконец-то, из Франкенштейна в нормального человека. Так же, как и Степу, и заслав Степу. И сегодня настал тот самый день, когда мы Геннадия Петровича вернем домой. Он скрылся где-то в лесу, и сейчас мы его притащим обратно в город. Только я не понимаю, где этот мелкий пописяка и где этот старый пописяка. Степа! Мелкий! Ёханы, бабай, 20 раз говорил, главное вовремя придите на место. Они собираются, собираются. Ага. Стёпа, нам идти надо. Не мешай! Слушайте, если я купил второй компьютер, это не значит, что вы целыми днями задротить в Майнкрафт и в Counter-Strike можете. Или во что там, Fortnite. Нам Геннадия Петровича надо идти спасать. Хватит бубнеть сзади, а? Дай расслабиться. Ёханый баба. Второй комп для того, чтобы мелкий в будущем начал записывать ролики по Майнкрафту. Он как бы блогер, я забочусь об этом. Хватит задротить, ядрить, колотить! Непонятно, да, русским человеческим языком? Хватит задротить, рогатку мелкий убери. Пошли давай! Все сюда! Там Ванчос и вот эта наша старая подруга вещи нам нужные притащила, которые нам помогут, надеюсь, как бы справиться с Геннадием Петровичем. Все, все, давайте сюда за мной. Так, я себе забираю красный сет брони. Вот так сразу можно его напялить. Тебе, мелкий, мелкий, забирай желтый. И тебе, Степа, на, держи, голубой, голубенький ты у нас будешь. Все, давай, все натягивайте, давайте, давайте. Ля какой мелкий! А почему мне голубой, а? Можно желтый? Степа, тебе больше голубой подходит. Все, давай, напяливай, и я сейчас еще оружие как бы распределю. Так, гаечный ключ, виллы и вот виллы. Так, мелкий, тебе держи виллы. Степа, тебе тоже держи виллы, а мне будет гаечный ключ. Ля какие! Ой! Мужики, я с вами! Возьмете? Че, мужики, Ванчоса возьмем, не? Ну, как бы, лишняя пара рук же не помешает. А, кстати, держи, Ванчос, этот гаечный ключ. У меня же вот этот пожарный топор есть. На кой фиг мне гаечный ключ? Ля ты смотри, военный какой. Так ты уже подготовился, а? Заранее с нами хотел.
Ну чё, пацантре, задача у нас кардинально простая. Ушатать Геннадия Петровича, вырубить и притащить его обратно вот сюда к нам домой. Все очень просто. А у меня не голубой, у меня синий. Нет, Степа, у тебя не синий, у тебя голубой. Мы же все знаем, что у тебя голубой. Не оправдывайся, это голубой, Степа. Это голубой. Это синий! Да, Степа, мы все знаем, что это голубой. Мы, да. Голубой, да, Ваня, да. Ну, голубой, Степа, ну что взять? Тебя побить? Сейчас мы отправимся за Геннадием Петровичем и побьют разве что тебя, а не меня. Так, все сюда, все в круг, сюда, ко мне. Быстро, быстро вот сюда. Пацантре, будьте аккуратны и ожидайте то, что Геннадий Петрович вот это... с катушек чертовой бабушки слетел, учитывая, сколько он времени был вот этим Франкенштейном, и он даже нас с вами может не узнать. Все, давайте, все за мной! Ваня, захвати за собой вот этот прицеп! Он нам еще пригодится. Геннадия Петровича на него погрузить. Пошли, Ванчос! Закрываем ворота! Давай, выезжай! Все, давайте, все за мной! В прошлой серии он побежал в этом направлении, значит, сюда и будем топать. Слушай, мелкий, Ванчос, вы же за Геннадием Петровичем предыдущей серии следовали, но не смогли его догнать. Он куда-то вот в эту сторону, да, вроде бежал, и потом вы его не смогли догнать. Сюда куда-то? Туда, мелкий, ага. Он туда куда-то побежал. Ну, давайте тогда все за мной. Если увидите какие-то следы, сразу кричите. Хотя нет, кричать лучше не надо, а то Геннадий Петрович нас еще услышит. Просто показывайте, если вдруг увидите какие-то следы. Степа, ты там сзади иди, смотри назад, вдруг он за нами подкрадется вот туда, да, Ванчос, ты посередине, охраняем груз. Мелкий, ты со мной спереди. Так. Ёханый бабай, чё у Елены Ветрянкиной это здесь произошло? Я видела Геннадия Петровича, он ожил! Он мимо меня пробежал, все разгромил! В сторону леса побежал! Ой, Елена Витальевна, вы тут держитесь, я вижу то, что вам нехило так досталось, и вашей больничке тоже. Пацан, трэ, все за мной в сторону леса! В сторону леса, мелкий, возле меня, держись, не сводите глаз. Кто-то налево смотрит, кто-то направо смотрит, кто-то под себя смотрит, кто-то на деревья. Смотрите, фиг его знает, что от этого Геннадия Петровича можно ожидать. Так, если Елена Витальевна говорит то, что он сюда побежал, значит, или вот где-то вот туда. Опа. Витя! Это же вот этот батя Олечки, тёлочка, которого мелкого. Да чё ж вы там орёте-то все в этой серии, не могу понять. Да я по грибы в лес пошел, а там мужика какого-то зверя бешеного увидел. Он меня чуть не сожрал. Ну, я догадываюсь, кто это может быть. Ну, хорошо, что хотя бы не сожрал Витя, Виктор, вот это. Да ну нафиг! Ты давай лучше домой беги, только твой дом в другой стороне, Витя! Витя, в нашем городе твой дом... Дурака кусок. Так, если Витя говорит то, что он здесь увидел Геннадия Петровича, значит, он будет здесь где-то в лесу. Короче, Ванчос, составляй прицеп, если что, потом вернешься. Так, все за мной в такой же последовательности. Мелкий сзади меня, Ванчос посередине, Степа сзади. Оружие достань, Степан! Вилы! Вилы наготову! Мелкий, ты тоже, у мелкого есть рогатка, мелкому оружие не нужно. Смотрите по сторонам, смотрите по всем пещерам. Фиг его знает, что можно ожидать от этого Геннадия Петровича или еще кого-то. В ночном лесу много кишит других монстряков, волков или еще кого-то. Смотрите по сторонам, пожалуйста, и не сводите глаза. Так, Степан, для тебя будет ответственная задача. Сюда подойди, Ванчос, охраняй мелкого. Степа, иди сюда. Это, короче, зелье. Если ты его разобьешь, отвечаешь своей жизнью, Степа. Это зелье усыпляет человека или существо какое-то на 20 минут. Как только я отвлеку Геннадия Петровича, шандарахни его зельем и выруби. Все понял? Так, все сюда. Или мне кажется, или кто-то там за кустами гоняет, как ненормальный. Вот туда назад, посмотрите! Вот туда назад! Я только что видел, он был где-то вот здесь.
бегать! Вот, пронесся как ненормальный! Ой, сыкот настало! Ой, Степа, не только тебе сыкот настало. Или мне кажется, или это реально Геннадий Петрович, только он пиу-пиу-пиу гоняет как ненормальный. Посмотрите внимательно. По всем сторонам. Он может быть везде, где угодно. Вот он, за вот этим деревом, за вот этим деревом. Вот, пробежал вот туда. Как псих ненормальный бегает. Ты сюда вернись, Степа, ты дурак, он сожрет тебя сейчас к чертовой бабушке. Стой здесь. Все друг к другу спинами стали, друг к другу. Если он на кого-то нападет, ну, земля ему пуховик, как говорится. Это что было? И убежал, и скрылся с поля зрения, и скрылся. Дикий, просто как пантера, бешеный. Да ну нафиг! Степа, да, ты сюда, я тебе зелье дал, Степа! Мелкий, иди за Степой, я ему зелье дал! Ванчос, иди сюда, стань возле меня. И смотри, пожалуйста, по всем сторонам, он может быть где угодно, он просто выбежал, кого-то пнул и убежал. Я даже не видел, как он здесь появился, вот он, вот на горе он, на горе! Ваня! Ванчос, в сторону! Ёперный кокос, как... Ваня! Геннадий Петрович! Ваня! Геннадий Петрович! Стой! Бабазина! Бабазина! Я сдал бабузину! Стёпа! Бабазина жив... Ну как, была жива! Я её знал, Геннадий Петрович, я знаю то, что ты там... Стой! Я знаю то, что... Мелкий, иди сюда, собака ты такая... Стёпу захвати уже! Баба Зина, я знаю, где ее похоронили. Я её хоронил. Мы вместе все хоронили. Японский хрыщ вот этот. Стёпа! Ты чё орёшь, как бешеный? Кидай зелье! Кидай! Вы чё, дебилы, в берлогу к медведю забежали? Стёпа, отвлекай его! Ты первый забежал, он твой запах учуял! Чё вы там делали-то? Вы специально забежали, чтобы медведя разбудить или что? Я не могу понять. А чё полярный медведь-то делает у нас в лесу? А, ну это же жизнь ютубера, мне кажется, тут все возможно. Да, тем более, как бы, вот это город ютуберов до сих пор в снегу, да, полярный медведь, логично. Не, ну Стёпе хотя бы весело. Друга себе нашел. Может, будет приходить сюда, кормить его. А слушай, а я даже не знал то, что у нас в пещере тут. Ты отвлекай его, не за нами, не за нами, ты отвлекай его. Я даже не знал то, что у нас здесь пещера есть вот с этим, с медведем. Давайте хотя бы взгляну, ни разу не видел. Я какая. Ладно, так, да куда, помогите, ты отвлекай, это ты нам помогаешь прямо сейчас. Ты сам в пещеру забежал. Только не бей его, то тогда точно сожрет. Стёпа, спрячь вилы, он агрессивный. Так, а где Ваня? Он его шандарахнул? Так, у нас есть 20 минут. За эти 20 минут нам надо доставить Геннадия Петровича на кладбище. Ванчос! Подъем, ядрик колотить! А чё, кто, где, когда? За прицепом, иди, беги за прицепом, у нас минут 17 осталось. Так, Стёпа, ты отвлекай дальше медведя. А где Стёпа? А где Стёпа? Он что, его сожрал? А, Стёпа там. А, ну ладно. А я говорю, они с ним подружились. Стёпа сейчас в берлогу к нему забежал. Так, ладно. Ванчос, снимай к чертовой бабушке этот сундук, выкинь его куда-то нафиг. И надо как-то погрузить туда Геннадия Петровича. У нас осталось минут 16, чтобы притащить его на кладбище. Я надеюсь, как только мы ему покажем могилу бабы Зины, он хотя бы что-то сможет вспомнить. Стёпа! Ты на гору-то куда залез? Сюда спустись! Сейчас, не дай бог, упадешь, вот это голову разобьешь. Стёпа, аккуратно! А то медведь сейчас еще свалится ненароком. Хороший такой мишка, пухленький. Ты давай развлекай его, Стёпа. А мы пока Геннадия Петровича грузить будем. Мелкий, тащи его за ляжки. Ванчос, ты за руки. Стёпа, продолжай убегать от медведя. Хороший медведь, хороший.